Это все разговоры. Николай Янович, тяжело, со скрипом, с замечаниями различными, что вполне естественно. Но он работает, и я еще раз говорю, 14 миллиардов мы получили за первое полугодие дополнительных доходов бюджета. Это результат работы правительства. Настойчивые слухи в прессе о том, что вот отставка правительства Азарова, вопрос фактически решенный, никакой основы под собой не имеет. Это элементы украинской такой политики. И кто-то играет в эти игры, пытаясь ослабить власть.